мне нравится бродить с тобой по городу, дома, где каждый переулок, каждый магнит, дом только архитектура встречает нас приветливо и молодо, одаривая светом и теплом. Смотрю. Похоже, что там какой-то храм. На горизонте церковь Никола Мокрого. И похоже, что планетарий. На самом деле, это центр имени Терешкова. Мне церковь Никола Чудотворца. Где, не склоняя гордой головы, улыбку пряча в каменную бороду, князь мудрый смотрит в сторону Москвы. Не Ленин, концертный прекрасен зал. Прекрасен город наш весной, осенью. А здесь парк. Зимой, летом нет его милей. Он узнаваем по многоголосию колоколов прекраснейших церквей. Каток на берегу Котрасли. Мост в сторону Московского проспекта. В сторону Москвы. А под мостом уточки. Но торопливым кажется рассвет. Идем с тобой по набережной Волги мы. Улыбнитесь, у вас открытая камера снимает. Прекрасен город наш весной, осенью. Зимой, летом нет его милей. Спасо-Преображенский монастырь. Сейчас там находится музей. Прекрасен город наш весной, осенью. Зимой, летом нет его милей. Он узнаваем по многоголосию колоколов прекраснейших церквей. Па-па-па, 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 па-па-па. А вон там еще смотреть, там по прямой. Доход в Ярославле на реке Волге 11 января 2020 года. Старинные стены надежно хранят легенды ушедших веков. И помнят они, как рождалась заря. Плещутся волны великой реки, лаская твои берега. Мой город живи, мой город люби, мой город, будь счастлив всегда. Тысячи лет море любви, мы Ярославль желаем тебе. Стирая границы времен, спасибо тебе, светлый князь, славян защищая от диких племен, ты город возвел, не боясь. Мой город живи, мой город.
Гвардейская башня на спасение. Все, в принципе, готово для проживания гостей, таких как мы, туристов. Да вот, буквально пару минут в Белгородской, вы окажетесь в церкви Ильи Пророка и Тихона, чья история ведет на не просто к основанию Ярославля, а даже к событиям ему предшествовавшим. Согласно легенде, Ярослав Мудрый, одержав победу над медведем, велел построить на этом месте церковь. Случилось это 2 августа, в день, когда чествует Илью Пророка. Какого года? Чего? Какого года? Не знаю. В каком году? Наверное, 2010-го. Россия еще не умолкла, и колокол грозен, как старь. Года пролетают над Волгой, не старят они, Ярослав. Ах ты, русская земля, шум дубрав, мудрым был великий князь Ярослав. Краше места не найдешь, да чего же ты хорош, Ярославль, Ярославль. Куполов старинных вяз, город воин, город князь, Ярославль мой, город-князь. Легендой и дивной, и давней весь путь мой отмечен земной. Я знаю, что ждет Ярославна, и я возвращаюсь домой. Здравствуй, русская земля, шум дубрав, мудрым был великий князь Ярослав. Краше места не найдешь, да чего же ты хорош, Ярославль, Ярославль. Ну, выглядишь. У полов старинных вяз, город воин, город князь, Ярославль мой, город князь. Любовь наши души согреет, до силы нам божский рассвет, и город наш вновь молодеет, о городу тысяча лет. Ах ты, русская земля, шум дубрав, мудрым был великий князь Ярослав. Краше места не найдешь, да чего же ты хорош, Ярославль, Ярославль. Куполов старинных вяз, город воин, город князь, Ярославль мой, город князь. К макету Золотого кольца. Волжская башня. Краше места не найдешь, для чего же ты хорош, Ярославль, Ярославль. Дом до гостиного двора, кафе «Русский чай», где можно хорошо.
что поесть дешево. Ярославль, Депутатская, 11. Дороги около Переяславля. Внизу Переяславля.